И снова здравствуйте, уважаемые наши ученики, друзья и коллеги, те, кто занимается повышением квалификации массажиста. Сейчас мы проходим мануальный массаж и делаем ноги сверху, спереди точнее, да? Человек лежит у нас на столе. Может, поменяемся, ты в кадре здесь будешь лучше. Да? Ну, давай поменяемся. Вот. Ноги сверху, но многие говорят, там голень мы не делаем, да, на самом деле тоже ее можно массировать. Под коленки подложили валик специальный, чтобы расслабились мышцы бедра и мышцы живота. Тебе под голову можем подушку дать. Дать? Вот такой валик тебе дадим. Спасибо. Как раз отлично будет растягивать, хорошо. Отлично. Тянется шея. Да. Растягивается. Вот, опять начинаем от общего к частному. Значит, целиком растерли. Всю ногу снизу вверх, вокруг коленки, согревающие движения, быстрые, энергичные. Теперь самый вопрос, самая длинная мышца в организме какая? Забыл. Вчера говорил, да, портняжная называется. Она крепится. От слова портнягин есть такой блогер. Портнягин. Вот крепится здесь, за коленкой, ниже, да? А сверху крепится вот с этой стороны. К подвздошной кости. Получается, она идет вот так вот. Вот, мы упираемся рукой, чтобы нога не съезжала, да? И быстро эту мышцу растягиваем, стираем. Волоски не срываем. Кулачком по ней прошлись. Растянули ее. И переходим к более глубокому приминанию. Ну, повторно не буду несколько раз останавливаться на всякие там разминающие техники, да? Так, по-быстрому. Разминаем икру, отделяя мясо от косточки. Продольно было растирание, теперь растирание поперечное. Быстро прошли. И разминание внутренней части опять отдельно. Латеральной части. Насколько рука сможет схватить, только захватываем. Общее скручивание всего бедра. И теперь кулачком, большие пальцы ведут по косточке, не работают, да? А работают у наших шестереночки. Подошли к коленке, крестообразную связку растянули, коленку вверх подтянули, поиграли с ней, влево, вправо ее покачали. На растяжение верхнее сухожилие у нее. Размяли, растянули. Теперь мышцы иногда бывают наплывают на пятку, да? Мы их вот поднимаем вверх. Вытягиваем их выше, выше. Особенно у женщин, чтобы ноги были красивые. Подтягиваем вот эту вот часть, так называемые уши. Ушки у женщин торчат. Не торчат, а подвисают, да, чтобы мышцы не подвисали. Делаем такой формообразующий массаж, скульптурирующий практически все тело. В целительных программах это вообще очень хорошо включает такие процедуры. И, соответственно, вот мышцы крепятся здесь, вот, то есть бедренная мышца заканчивается ниже колена, вот тут примерно, да, вот эти вот точки, вот эти места также прорабатываем достаточно глубоко. Миофасциальный массаж. С какой здесь стороны? С моей. Да, и с обеих. С моей, да. Ну, сильно не жми. Вот. И пошли теперь вот это движение дальше по всему бедру. Теперь целиком. Нравится, видишь, как ему наш приподнимает ноги. Поднимаем ногу, да. И теперь коленку растрясли. Это делаем такой пятиугольник, в который можно вписать звезду пятиконечную, да? Ставим на коленку, получается, мы попадаем на точку акупунктурную. Продержали, протрясли ее. И то же самое ставим в противоположную сторону. Протрясли, продержали. Коленку поднимаем теперь ногу. И разворачиваем ее. Давай по очереди, да. Угу. На выпрямление, насколько связки хватает, человек дальше понял, да? Нет, но более-менее. Тянется.
Вот, чтобы вторую ногу не поднимал, там ты держишь колено. Вот, растянули заднюю ему, все сухожилия вот так вот вдоль всей ноги. А теперь это лучше делать с полотенчиком. На тебе полотенце. И мне полотенце. На плечо ближнее к ноге. Возлагаем ее. Да? По одной. Не, ну вот это можно вот, да, тут мы не тянем. Очень хорошая процедура в антицеллюлитном массаже особенно. Растрясаем вот такими вот, ну, в смысле, разминаем вот такими вот движениями пластичными. То есть бедро разворачиваем в ту сторону, в эту сторону, в ту сторону, в эту сторону. В этот момент нога под силой гравитации испытывает огромный лимфоотток. Это очень хорошо. И после этого, двумя руками теперь то же самое. После этого люди побегут в туалет. Это хороший признак, значит, наши движения сработали, лимфомышечная жидкость лишняя, излишняя ушла. Прокачиваем все вниз. Теперь, ну, несколько раз можно, да, я просто по-быстрому для демонстрации. Теперь отводим мясо от костей. Все движения от конечности к центру идут. И мощно зажав предплечья друг к другу, делаем прокатку, такую выжимку до колена. Чуть опустились, вот так опустились, чуть пониже. И ниже. Еле выдержал, да? Вот такую прокаточку. Ну, по несколько раз это можно сделать, да? И дальше мы переходим к разминанию колена. Подбиваем ножку. Может, с одной ноги начать? Давай по очереди, да. Это как не слишком. Не расчленить вообще на части. Вот. Нажимаем на него, да? Эту стопу натягиваем, но я не буду, потому что она у него сейчас травмирована, да? Натягиваем на себя и делаем мобилизацию до щелчка в голеностопе. Следующий прием, разворачиваем стопу на него. Ничего, стопу удерживаем. Упираемся там в подреберье, да? Упираемся в чашечку и раскачиваем эту чашечку. Еще раз массируя все колено. Вот. И всегда я говорил, да, что мы делаем массаж сегментами от сердца, начиная, да, и потихонечку идем к конечностям. Поэтому начинаем с левой стороны. И только в массаже ног мы начинаем с правой ноги. Массаж только по одной причине. Потому что перистальтика кишечника работает по часовой стрелке, да, и, соответственно, справа налево. Поэтому мы в первый раз, вот, прожимая ногу, да, с правой стороны вот все это выдавливаем, чтобы все каловые массы и все там мышцы тянется, да? Тянется, да. Вот, вот уже чувствуешь, да? Вот, а сейчас мы ее еще больше растянем. Значит, размяли ногу. Коленку дополнительно. Сделали подхват вот такой. И разворачиваем за счет корпуса тела. Видишь, тут локтем упираюсь, а тут рукой. Разворачиваем за счет корпуса тела в позу лотоса, как будто бы его хочу посадить. Тут важно, чтобы голень была горизонтально относительно пола, да? А относительно его тела перпендикулярно оси позвоночника вот так довести. Чтобы ты ногу не тянул, да, вот я придерживаю другой рукой. Вот такой вот приемчик. Теперь обратную сторону. Загибаем ногу. Насколько позволяет, расслабься. Но дальше не позволяет, дальше не делаем. Растягиваем в ту сторону. Это мы все подготавливаем колено и дополнительно вот эти вот мышцы. Тут сейчас тянутся передние мышцы. Чтобы ногу не поднимал, да, ее придерживаем. В ту сторону. Несколько таких проходов. Ну, ты не крутись, я просто вижу, что ты уже дальше не идешь, да? Дальше не делаю. Но у тебя вообще отлично, у тебя прям ложилась нога на стол, и с этой стороны, и тут соприкасалась. Да не человек просто, какой-то непонятный. Белорусский, да? На тайц захожу. Анунак какой-то. Какой-то вообще, да. Вот, да, вот это тянется, да? Шаолинский монах, да. Вот. А теперь смотри, вот мы таким образом еще дополнительно раскачали колено, и будем ставить мениски на место. Медиальный и латеральный. Вот с этой стороны, где сгибается, да, вот тут мениск находится. Упираемся сюда пальцем.
Скручиваем, скручиваем и на него. Потом, соответственно, вот в серединке, где косточки соединяются, да, ставим палец, скручиваем, скручиваем на себя. И теперь вот эту мышцу, которая напрягалась у него, да, тянем. Вот сейчас как спущу, чтобы не пачкать костюмчик. За счет того, что опираемся в себя, больно, да, ногу оттягиваем в сторону, вот туда, а тут опираемся вот в эту мышцу возле подвздошной косточки. И вот ее отдельно растягиваем. Вот так вот. Может произойти щелчок. Но это не кости, это сустав, не сустав даже, а этот, сухожилие. Так, вот. Это мы сейчас размяли колени, мениски и сухожилия, да? Угу. Вот эти вот приемы, комплекс такой. Попробую повторить. Теперь у нас идет. Я не дорогу как-то гибкий учитель. Ничего, загнул. Сначала вот, была нога прямая, да, теперь подбили ее под коленку. Угу. Подбил. Да. Потом. Мы только подбиваем не вот этой частью, да, а именно плоской. Иначе будет болевой прием. Так. Да. Дальше. Клади максимально, чтобы она растянулась. Будет туда правильно выдыхать. Вот дыши. А, ну мы сейчас тем более после обеда снимаем, там, наверное, живот переполнен. Все. Сильно не давит. Я понял. Все-таки понимаешь. И вот в стопу. Так, что у нас со стопой идет? Ровно, параллельно телу выбирайся. И стопу вот туда за экватор стопы держим и в противоположную сторону ее затягиваем. Хорошо, все. Молодец. Будешь мануальным терапевтом. Теперь разворачиваем стопу на него, а эту ногу руку вытаскивай. Руку свою вытаскивай. На него стопу, на него. Вот. И коленку теперь массируем. Коленку вот сам размассировали. Ага. Все. Считай, что мы Считай, что мы для тебя занимаемся. Лица не видно, все, хватит. Довольный такой лежит, улыбается. Да, конечно. Кайфует. Сейчас все у него вылетит. Весь обед. Ты что из него повинно выдавливаешь, что ли? Аккуратней. Сбил ты меня. То есть работаем с коленкой, да? Ну, не переусердствуй, естественно. Так, теперь оттягиваем ее в ту сторону, да? Одновременно тянем вот эту мышцу. Чтобы... Смотри, чтобы нога не поднималась, а тянулась именно эта мышца. Держи все это. Нет, понял. Так? Ты как-то так, показывал. Да. Так? Да, вот так. А этот бедро придерживай вниз. Вот. О, хорошо пошло. Хорошо. Она сейчас точно без данного. Давай, хватит. В другую сторону разворачиваем. Вот сюда. И без фанатизма, Иван. Пытаемся положить параллельно телу, да, горизонтально. Насколько идет, дальше надо. Сколько идет, настолько идет. Да, нога скользит. Некоторые те, кто там акробаты, спортсмены, гимнасты, да, им вот это вообще легко делать, они прям туда-сюда, так раз, ну, да, с такой скоростью прям туда-сюда, вот я раскачиваю, да. Это мы раскачиваем и колено, и бедро. Опять же. Что у нас идет? Ну, пару раз только повтори. Отлично, все, сюда хватит уже подождите. Все, теперь держим ногу вот так и разворачиваем вот сюда. Помнишь, я локтем опирался сюда? Да, во, получилось сразу. Так, и эту дальше. Ногу держишь, чтобы не поднималась, эту руку держишь ногу. И даже корпусом. Это локтем сильно давишь, надо чуть-чуть. Вот так, да. Так, да. Вот, здесь поворот корпуса, да. Ты его сажаешь в позу полулотоса. Что у нас? Дальше ставим мениск. Угу. Вот так вот держись. Например, вот здесь сочленение идет. Видишь, между этим. Между перцовой и бедренной косточкой. Ой, сейчас я включу. Получается мы. В сторону, да? Да, вот раскатываешь, шатываешь и на себя так. Раз. И теперь противоположную сторону. Это был латеральный мениск, теперь радиальный.
такого медиального. Да, это ну. И теперь вот этот вот сустав чуть наглубже, так на себя. И животом будешь туда растягивать ее. То есть я вот так и. Да. Вот туда будешь растягивать. Ты рукой правильно взял. Да. Можно так. А тут вот в эту мышцу. Только аккуратнее, дай, пожалуйста. Ты слишком сильно даже ее сердце. Да. Просто воспалена. Да, пошел ты нафиг. Слушай, ты больной. Мы тебя вылечим. Тебя вылечим. И меня вылечим. Так, после этого клади. Дальше я не показывал. Так, дальше берем ногу и опять согнутой коленкой на противоположном подреберье, прям туда в живот нагибаем. Тут очень хорошо тянутся вот эти вот мышцы. Чувствуешь, да? Вот грушевидная мышца, вот эти, которые нам не удалось размять как следует спереди, да? Дополнительно проходим поперек вдоль этих мышц и локтем проходим. Сцелили их, размяли. Ногу теперь раскачиваем. Бедро раскачиваем во все стороны. Для бедро просто. Лежит, просто боится пукнуть. Реально боится пукнуть. Не надо, пожалуйста. Не буду, Олег, буду терпеть. Как хочешь, чтобы можешь держать свою ногу, может, не надо. Хочешь так. Терпи. Терплю. Не, когда смеешься, тоже плохо. Тоже Жоржа напрягается. Давай. Вот, расшатали, да? И после этого можем поставить тазовые кости, бедренно-тазовое сочленение. Раскачиваем. Здесь упершись в колено, да, а тут в подвздошную кость, она идет по диагонали вот так вот, да, вот как бы ее мягко берем между подушечками ладони. Скачали. И одновременно, и раз, поставили. Ну, обычно тут бывает щелчок. Все после этого, да? Или еще? После этого мы ставим ногу вот так. Упираемся 120 градусов примерно, да? Не сильно туда нагибаем, так вот, чуть-чуть. Упираемся в бедренную кость, берцовую, вернее, не бедренную, берцовую, а здесь с этой стороны в подвздошную кость. И тянем в противоположную сторону. Сейчас буду побольше сделать. Вот, тянется? Тянется, конечно. Сзади, да? Вот тут обычно. Так, и натягиваем потом. Вот эти сухожилие мышцы с обратной стороны. Взяли за пятку, уперлись в предплечье и с шагом на него вот так по 40 градусов натягиваем эти мышцы. Все, пока вернулись в исходное положение. Так, бери ногу с коленом к противоположному подреберью. По диагонали, да. Одной рукой держишь его, а другой разминаешь ему ягодицу. Получается. По диагонали прям в него, вот сюда, вот так прям заваливай. Ну, нас интересует вот глушевидные мышцы, вот эти части. Да. Нормально, делай. Вот. Локтем. Да, обходи вот это бедро и вот сюда, да, вот так вот заводим ручку. Вот такие у нас интересные приемы. А если вы нас только смотрите, то зря вы это делаете. Немедленно выключайте видео, потому что вы по видео ничему не научитесь. Бери ногу и раскачивай. По кругу, круговыми движениями. В эту сторону, внутрь и наружу. Нет, под коленку лучше возьми тогда. Круговыми движениями внутрь и наружу. Потому что по видео, вы мало чему научитесь, пока не придете на тренинг, и мы вам не поставим руки, и вы не поймете, что на самом деле
очень много есть нюансов, которые на видео остаются недосказанными, недопонятыми. И самое главное, смысл многих приемов вы не сможете оценить и понять. После вот. Этого идет. После этого идет. А, давай вот так вот. Раскачиваем как лодочку на волнах. Так скажем, потом одновременно. Находишь преднапряжение, ты должен почувствовать там в бедренном суставе. И продавливаем вниз. Да. Вот так вот. Поэтому познавайте только все на практике. Ну а я вам глубокая рекомендация. Вот так примерно угол, видишь, 20 градусов. Разворачиваем. Бедренную кость держим. И оттаскиваем вдоль, вдаль, а тут в бедро. Да, с легким покачиванием, так тянем. Так резинку. Так резинку мышцы растягиваем. Даже заметно, как они тянутся, видишь, вот смотри, растягиваются, видишь? Да, вот. Резинка, резиночка такая. Считаю, что мы для тебя делаем ленивая пассивную гимнастику. Да, ленивую гимнастику. Так, ну и если это массаж ног, да, то завершаем его проработкой внутренней медиальной стороной, да. А, подожди, вот что еще не сделал. Вот, на себя натягиваем. Uh-huh. За пятку. Уперся вот, натянув. Ахиллово сухожилие, да? Тут над коленкой берешься. И... Какая хорошая поза у тебя. Еще раз. Нет, так делать не будем. Доктор, поднимите мне ножку. Странный страх, поднимите мне ножку. Зачем? Ну поднимите. Подняла, он говорит, лафа. Это еще из этого, из пионерского лагеря такие анекдоты были. Ну да, все эти позы называются газовые. Ну и видно. Научно. Прям хочется. Так, вот развиваешь ногу, только не модельки, да? И, подожди, по очереди. И пока мы развернули, мы свод стопы обрабатываем, да, ладонью. Вот это рука у нас будет рабочая. Нет, берегу помню. Что-то болит? Нормально? Да. Обходим. И теперь отжимаем мясо от костей, а эта рука работает, продолжает работать. Как моторчик ее запустили, она работает. Отжимаем мясо от костей. Кулачком проходимся. Растягиваем фасции. Точечный массаж по тройному, по линии меридиана троичного обогревателя. И просто вот выжимку делаем. Если у меня болела вот эта мышца, да, то можно ее отдельно дополнительно привыживать. А эта рука все ходит, массирует. Так, выпрямим ногу. Так, ну давай теперь попробуй с обратной стороны. Не, пока обходим, ты уже массируешь эту рукой. Что там начал? Массирую. Побольше, побольше. Угу. Массирую здесь. Мышцы. Да, сжимаешь мышцы, косточки. Голова болела. Как повязка на локте оказалась? Сползла. Как с головы-то она на руку сползла. Так, здесь? Да. Сжимай мышцы посильнее тогда. Угу. Дальше? Дальше это кулаком иди. Надо ребенку в первый раз тяжело, да, руками. Да. Переучиваться. Да нет, это все с практикой придет, просто по-разному руки работают асинхронно, да, поэтому тяжело научиться. Ай, блин! Почти больно, попал, почти попал, куда надо, да. Я же говорил, тут болевая точка, сюда не дави. Да? Да. Да? Нет. У тебя открытая ладошка. У их нет вообще, ты же не человек. Это у людей болевые, у тебя их нет. Дальше делай. Прошелся здесь, промял, потом так прошелся. Ты сказал, вот здесь можно провибрировать. Больно, серьезно. И подергай за мошонку. Просто практика.
практики. Женщина не допускается. Половину вырезать. Вырежу. Нет, вот то, что я сейчас Олег сказал, это делать не надо, последнее. Не делай. Я шутку сказал, ты что, серьезно сейчас понимаешь? Так. Все, и поменяй ногу. Ты потерялся, что ли, после машины? Кладем в ногу. Так, и теперь завершающее движение, ну там просто подушечка не нужна. Потому что надо ноги выпрямить. Так, прямые ноги берем там, где человек терпит. Если терпит, то за щиколотку, да? Не терпит, может за пятку и ну, вот стопы, да, верхнюю часть взять. Поднимаем примерно по 45 градусов. Прокачиваем себе крылья. У нас фитнес. А это наш тренажер. Качаем себе крылья, а ему растягиваем поясничку. Побольше, где-то такие покачивания. Люди обычно покупают аппараты домой, дома, которые лежат на кровати, такая, знаете, бандура такой размер. Кладут на меня ноги, и все, что делает аппарат, он вот так качает. Понимаете? Зачем это покупать домой, когда мы это можем сделать? Вот, поясница тянется, да? Ну, понятно, да, не чувствую. Да. Тогда может, это скользкий, может, повыше. Ноги из-за этого. Больше ноги, наверное, качается, чем поясница. Теперь уперлись в него прямыми ногами, в бедра, и раскачиваем бедро с помощью вибрации. Одно, второе, поиграли. Вот так вот в него одновременно. И растянули в стороны. Терпит нога, да? Вот, с небольшим, может, доворотом вот туда, на него. И внутрь мы должны касаться стола. Спокойно. Без такого резкого поворота или бедра. Бедро как бы выворачивается. Потому что болит. А это? А, бедро болит, да? Вот вы опустили его. Это сигнал, да. А это вот легко. Легко, да. Правое, да. А бедро. Надо будет его еще один раз работать. Вытягиваем. Ну, мы завершаем, да? Вытягиваем на себя. Медленно-медленно тянем. Такая остеопатическая техника. До большого пальца. Растянули. Ну, и за каким-то заключением встряхнули. Провизировали. Ос. По-японски. Ос. Вот, все, и таким образом заканчиваем. Ну, понял. Да? Ну, давай, натяни его на себя. Протонизируй свой плечевой пояс, свой, крылья, да? Вот так вот мы занимаемся, дорогие друзья. А вы не забудьте подписаться на наш канал, поставить нам лайки. И увидимся в следующем видеоролике. А лучше не видеоролики, а на тренинге. Приходите к нам на тренинг, и мы поставим руки. Потому что дальше, все, что будет происходить дальше, останется за кадром. А там пойдут чудеса медитативных техник, манипулятивных техник, трасты, мануальная терапия. И так далее. Кинезитерапия. Поэтому я с вами не прощаюсь. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. С вами был Олег Алаф Гудвин. Это я.